Друзья, всем привет! Сегодня такой, ух, я только пришла, день такой был, день испытаний. Вот, сегодня ездила забирать заказик, сейчас вам все покажу, на автозаводскую. Вот, потом зашла в видео чайник купить, у нас у чайника ручка отвалилась, вообще не ручка, а вся верхушка отвалилась, тоже сейчас покажу. И в итоге поехала я в новой куртке, и было такое испытание для куртки, как она выдержит дождик, потому что дождик сегодня был. И я вам скажу, очень даже неплохо. Сейчас покажу куртку и расскажу, что мне понравилось в ней, в этом плане. Прошла она испытание или нет. Вот, друзья, извиняюсь за освещение, у нас в коридоре очень темно. Но, в принципе, куртку видно. Единственное, наверное, еще один дополнительный минус, то, что когда вы идете, и, ну, навстречу вам идет человек, вот мы с мамой проверяли, карманы очень сильно отличаются по тону от основного фона. То есть они выкроены, ткань выкроена не подолевой, не так же, как куртка основная. То есть видно с другого направления, не знаю, из кусков или из чего, из остатков. Ну вот на том кармане видно даже сейчас, что он немножко более такой припыленный, чем основной фон куртки. Ну, на видео, не знаю, передается или нет, но так визуально очень хорошо заметно, что как будто бы карманы вообще из другой ткани. Вот, в плане дождя, сейчас уже, наверное, капельки все ушли, мне понравилось, что ткань не впитывает, то есть вот капельки, они так и остаются на ткани, такими маленькими жемчужинками висят, пока как бы ты не придешь в помещение, и они просто испаряются, что ли, я не знаю, или куда-то скатываются. Вот, в принципе, так в носке хорошо, все нравится. Единственное, что, конечно, размер мне великоват. Но менять я уже не буду. Хватит одного опыта обмена. Шила на мыло менять не хочу. Я сзади утянула по максимуму. Вот. Там такая затяжка есть. Максимально утянула, насколько возможно. И вот оставила так. Так, ну вот, хотела чайник вам показать, то есть он просто развалился, видите, вот эта вся верхушка, ручка, все отвалилось, ручка вот потрескалась, видно, по краям, она просто вот в руках у меня отламывается, вот она крошится, не знаю, просто уже пришла в негодность, но чайнику где-то год, наверное, ну, то есть он вообще не выдерживает, фирма Борг. Вот, металлический, но крышка пластик, и все просто, видите, тут она была на винтах, и на этих штуках все оторвалось вообще разом. Вот, так что сейчас покажу, что я купила, и если нужен будет обзор, то пишите комментарий. Хочу обзор, и все в таком духе. Вот, друзья, значит, ездила я сегодня, забирала шуруповерт фирмы Борт. Производство Германия. Вот, пока что могу сказать только, что гарантия на него 5 лет по всем документам от фирмы Борт. Вот. Я выбирала разные, ну, то есть не выбирала, я там смотрела разные модели. Нам просто нужно срочно именно электрический, не аккумуляторный, а электрический. Мы уже с аккумуляторным прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Вот. И, в общем, выбирала из разных моделей. Вот этот мне понравился больше всего, и по цене он удачный, где-то 1500 на плееру я брала. Вот. И гарантия 5 лет, производство Германии, не Китай, и все в нем есть, гарантийный талон, все, куча всего. И самое лучшее, конечно, что гарантия 5 лет. То есть за 5 лет можно
свыше головы напробоваться, наэкспериментироваться, поэксплуатировать и понять вообще, ну, как... Даже можно и сломать его за 5 лет и починить бесплатно. В общем, вот такая моделька. Кто хочет обзорчик, я покажу. Пишите в комментариях. Хочу подробный обзор, и я о нем расскажу, покажу. Естественно, ну, попользуюсь какое-то время, да, и потом уже отзыв свой и детальный обзор. Вот, и, собственно, второе, основное, это чайник. Вот такой вот. Так, у меня тут уже цветок, видите, колосится вовсю. Так, и чайник вот такой вот выбрала. На него была акция, брала его в видео. 1000 рублей. Ну, там 900 с копейками. 1000 рублей. Мне понравилось, что здесь 1,8 литра, во всех остальных было 1,7. Вот. У него стальной корпус и стальная крышка. То есть она внутри тоже стальная, что самое важное. Вот. И мне нравится, что ручка здесь, она вот до самого низа. То есть она как бы цельная. Она скреплена и с нижней подошвы, и с верхней, с крышкой. То есть даже если захочешь, не оторвешь. Вот. Тоже, в общем, и тут подсветка есть красивая, что вода там булькает. Но это уже декор такой. В общем, тоже, если кто хочет более подробный обзор, понравилось или нет мне этот чайник, вообще стоит он своих денег или нет, тоже пишите в комментариях, расскажу более подробно, покажу, как он, что из себя представляет. Вот. Сейчас, если будет, не знаю, желание и силы, потому что я уже так устала от этой поездки в центр, 3 часа коту под хвост, ну не коту под хвост, конечно, я забрала заказ и купила чайник, но все равно заказ я свой целый час, наверное, ждала, в очереди стояла, это просто дурдом какой-то, лучше, конечно, через интернет покупать. Вот, в общем, если будет сейчас силы, время, кстати, узнаете кустик, я показывала в покупках фикс-прайса. Вот, он уже листики дал, вон какие жирненькие. Надо его пересадить в более глубокий горшочек и это самое, ну, чтобы корни были в земле. Потому что у него корни прямо на поверхности, меня это очень беспокоит. Вот, и, наверное, его уже отвезем на дачу где-то в середине мая. Вот, сейчас, в общем, я к тому, что если будет у меня силы и время, мне надо вот там землянику пересадить в отдельные горшочки. И вот этот вьюнок тоже пересадить в горшок, поставить на балкон. Пусть он вьется на балконе. Вот. Перцы. Да, это перцы. Да, они вот такие скудные. Ну, что есть на самом деле. И то неплохо. Кстати, надо сегодня полить удобрением, потому что прошло уже 7 дней с момента пересадки. Вот, и поливать буду крепышом, кто знает, кто не знает, сейчас покажу. Вот такой крепыш с гуматами. Кто давно меня смотрит, знает, что я гуматы просто обожаю. Вот гуматы — это самое лучшее удобрение, какое могли вообще придумать. Поэтому все, что видите слово гуматы, все покупайте. Это просто, ну, сказка вообще. На глазах у вас происходит чудо, если поливаете гуматами. Вот, и, в общем, я буду поливать сейчас поближе к вечеру. Вот. И, наверное, пока что на этом прощаюсь. Может быть, еще что-то поснимаю. Если нет, то подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!